Всем привет! Ну что ж, мы продолжаем смотреть Counter-Strike, стыковые матчи аматорской серии Fade против команды Тини. И вот пока что я тут не понимаю вообще, что происходит. Жесть какая-то, борода, и пытаюсь снова пофиксить немножечко настройки. Да, пофиксил настройки, и все вроде бы окей, друзья. Ну что, смотрим мы не с первого пистолетного раунда, потому что у команды гвоздь в жопе, и они решили сделать рестарты заранее. Но видим, как Фейт сейчас просто тини разрывают. Как бы. Ну, меня ребята ждать не стали, забили просто и начали играть без меня. Как раз-таки я решал проблему с сервером. Это раз, да, решал проблему с тем, чтобы настроить худ, но... В следующий раз стрима аматорской серии делать не буду. Командам, которые просто не понимают, вот, ну, что лучше подождать, начать вместе, и все будет нормально. Ну ладно. Тем не менее, давайте пробежимся сразу. Для тех, кто только что присоединился, Фейт выиграли первую карту. Это Мираж, второй картой выбрана Инферно. И, естественно, на ней сейчас попытаются разыграть. Опять же, Инферно СЕ, все по стандартику. И напомню, что победитель аматорской серии, друзья, в финальной части попадает... То есть финалист аматорской серии попадает в стар-серию напрямую. Слот достается... Именно ему. Ну, этой команде, которая выиграет. Но пока стыковые матчи и на грани вылета команда Тини на самом-то деле, потому что уже они проигрывают. Ну, вот сейчас, смотрите, здесь такой поджим ковров был, Тёмка плюс перекрытие винта, и достаточно результативно разыграли на самом деле. Не дали как бы атаки запрыгнуть, но рискуют попасть они на прогренчик полный. Так, плотный пока что минус Пейна под Б, и это уже интересно. Ну, вот Медведев с Роги сейчас, наверное, думают здесь разыграть. Ну, ой-ой-ой-ой, вот размен надо было давать Роги сразу после дэта Медведева, и открыться сейчас на ковры просто будет опасно очень, да, здесь Сур спокойно закрывает в этой ситуации своего соперника, и выход на Б-плент, Аск плюс Мист вдвоем, не пошли, ну вот Мист стал выходить, Аск стоит, идут прострелы с хелпы, ну и по тому же сценарию на самом деле разворачивается событие, если вы не поняли, то вот только на шестой раунд смогла дуплиться команда Тини на первой карте и разобраться как-то с местами, не с местами, с Фейт. Фейт с командой Фейт, просто Мист. Я просто команду эту называю Мисты, потому что там играет Мист. Вот, знакомый персонаж. Как бы. Ну и, к сожалению, к великому сожалению, это жесть. Так, слэм, а ты откуда? Я с Ярославля. Вот, я ярославский. Из России. Не переживай. Продолжаем наблюдать за... матчем. Варгот, Аск, Мист, атака Дуга, там 2-5 номера, вот Кипетруэл в паре с Пейнабом очень агрессивно играют. Ну вот Пейнаб, конечно, сейчас получит в пачку за такую оплошность, ну тут не стоит, посмотрите, ковры поджаты, но здесь Медведев уже закрывает, а вот разменного-то ты не видела, разменный сзади, ой-ой-ой, Сур, надо было убивать, там такая спина была, и он ее не увидел, в итоге отдается Роги, мог сейчас просто решить раунд для своей команды, но почему-то остался любоваться выходом из ковров, когда минус был дан, опять-таки, секонд медла, и можно было дать размен, при том, что после этого размена можно было просто контрить весь мид, и мид был бы за дефом, но, к сожалению, не зашло, не заехало. Ну и при счете 5-1, как видим, Фейт очень уверенно на Инферно выбивают все численные преимущества, читая аркаду у соперника, и выходят на Б-плент. Правда, идут они в перекрестный огонь, возможно, сейчас будет что-то крайне веселое. Ну вот, опа, и мажет Keep It Real, по нему сразу же фокус, один минус он дает, на перекрытии вместе с ним Дэнди, но Дэнди здесь быстренько разобрали, Keep It Real смог дать минус 2, на минус 3 реализовали, 1 в 2 остается бедняга Keep It Real, ну и 2 девайса его тут должны контролировать достаточно спокойно и уверенно. 6-1 в пользу Фейт. Эх, украинская команда. Ну вот, нацелены на самом-то деле ребята, наверное, на попадание в стар-серию, в стар-ладдера, ну не знаю. Стояли они в очереди на инвайт в стар-серию, но не вышло им туда попасть, опять же. Ну вот, следующий сезон стар-серии будет очень непредсказуемым, потому что будут какие-то удаления в любом случае, да, какие-то замены, точно вот известно мне, что сейчас даты вроде как развалились. Посмотрим, что будет с их слотом. Также мы, наверное, будем, естественно, приглашать НИП, потому что они тоже предварительно дали согласие в ReGames. Также хотят отыграть следующий сезон StarLadder. Ну и это будет очень-очень великолепный, скажем так, сезончик по составу участников, по командам. Ну и будем надеяться, что ливов не будет. Команд, кстати, будет 12, и в следующем сезоне, в следующем году уже будет немножко другая система проведения звездной серии, чем как бы... самой лиги. И, разумеется, может что-то там пофиксит в аматорах, в семи про-про. Будут еще дивизионы, конечно же, и вы сможете расти. Просто тупо играя на StarLadder. Ну как, играть надо по-умному, не тупо, просто тема в том, что все будет просто. Вот.
Зарегались, отыграли аматорку, попали в семипро, из семипро можете попасть в про, из про стыки и старт, конечно же. Ну а здесь выход на Б, снова здесь Фейт беспощадно разрывают своих оппонентов из коллектива Тини. Ну вот, Фейкен остался один с P250, пока что у него здесь шагом марш по мидлу. Смотрите, какая тут пачка просто походу была. Вот это вот поза, а. Просто на 5. Нужно сделать скриншотик этого, конечно же, события обязательно. Ну и продолжаем смотреть за матчем. Тут, как я понимаю, Варгот, да, без шансов просто отстреливает и забирает себе по 250, убирая Фейкина. 7-1 в пользу команды Фейт. Я все более и более расслаблен сейчас в кресле в своей комментаторской, потому что матч какой-то скучноватый на самом-то деле. Ну, просто вот от Тини как бы я ожидал здесь на самом деле большего, чем один раунд, как бы. Ну и первая карта, конечно же, зашла очень плотно так. Ну, тут с подсадочкой пытаются играть, как видим, есть один чувак на балконе. И, ну, это нормальный контроль, в принципе. Правда, ему надо подальше чуть-чуть отлезть, чтобы контролировать ситуацию намного лучше. Ну и флешки, конечно, здесь не такой уж результат. Пейн бы на Б снова запирают, снова Фейт прорвали Б-планет, он пустой, боже мой. Поздний дым на хелп, это изоляция, опять-таки, возможного АВП. И грамотная игра пока что у Фейт. Ну, они просто вот реально навязали свою игру, по сути это дело, Тини, и сейчас будут уничтожать. Так, ну вот я хочу посмотреть на Варгода, его блестящий АВП, просто блестящий P250, и P250 настолько блестящий, что он тут просто взял и троих разложил. Такое ощущение, что Тини зашли первый раз в CSGO, не прочекали левый угол. Ну что за дела? Что за дела, ребятки? Ребятки! Сходим с ума. Россия вперед, вот кто-то пишет. Ну, посмотрим, насколько вперед. Пока что Россия на 7 раундов позади от украинского коллектива Fate. Ну и Тини. Не, ну Тини нормально. Вот по аматорке прошли они как раз-таки вот до стадии четвертьфиналов. Молодцы. Ну, это не четвертьфинал, это стыковые матчи, если уж быть точным так. Тут пока что снова в одну калитку залетает еще один раунд в пользу команды Fate. Ну и, по-моему, они рискнут сейчас продолжить свою доминацию над соперниками. Ну, по опыту, наверное, уступают. Ну, Fate одни из первых, кто вообще в Украине начал играть в Counter-Strike Global Offensive. Напомню, что вот эти персонажи, как Роги, Мист, Медведев, это персонажи из Counter-Strike Source. И в Украине они были чуть не лучшими, скажем так, да. Но мы-то знаем, что, как бы, вот Source... Сцена, она не такая, как бы, да, как даже сейчас Go. Вот я считаю, что в Go посложнее, чем в Source шпилить намного. И у Тини же здесь сбор таких 1.6 игроков. Но тот же Пейн, ПТХ, игрок команды Z-Nation. Остальные мне неизвестны, но сейчас играет в Go, это самое главное. Так, пока что Keep It Real ставит неплохой такой в места. Плюха хедшот с АВП. Запирает Б. Ну и атака пытается, как я понимаю, здесь развести на экшен на кого-то, но аркада не выходит. Аск вот в ожидании аркады с Б, но аркады нет. Как мы видим, флешка. Флешка от Аска сюда перед заходом. Еще один дымочек ложится. Здесь начинается суматоха. А здесь, посмотрите, защита не сдвинулась вообще. Ждут до последнего на позициях своих соперников. Ну и смотрим, что будет. Сур сейчас должен будет закрывать двадцатку как-то. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Заложили с Дэнди вместе. Подсадка сработала. Фейкин минус Роги в коврах. И последний фраг за Фейкином также в коврах. Забирает последнего игрока звена атакующего по апартаментам. Это 9-2. Все-таки Тини вырвали один. Ну вот, если вспомнить первую карту, там, конечно, Фейт тоже попытались навязать как-то свою игру. У них это даже удалось в начале, но потом почему-то они все-таки подрасслабились, и Тини начали их слегка прессинговать. Но закончилось все со счетом 16-10. Первая карта досталась парням из Украины. И сейчас инферно. Ну, вот самое главное 2-0. Вот, ну, я думаю, сейчас ребята хотят эти 2-0 просто очень сильно. Вот после этого матча, друзья, мы будем смотреть полуфинал. И в полуфинале сыграет команда Sensation, где тоже неплохой подбор игроков, если быть точным. Так, ну что, здесь пошел выход под флешечки на Б-плент. Правда, в дыме встали, и Пейнэп закрывает Варгода, естественно, продолжает спрей. Спам-прострел в дым, дает ему результат. Он там попал неплохо по месту, 5 хп оставил. Ну и Дэнди снова, по-моему, развлекается на медали. Да-да-да. Мидл за Дэнди, главка закрыта, и Аск, по сути, как бы один-единственный, кто может... Кто должен здесь просто пойти и потратить свои 90 хп на размены хоть какие-то. Защита контролирует вообще всю карту, и непонятно, почему Фейт не удалось зайти. Ну, на самом-то деле, один дым на дуге просто решил всю ситуацию. Здесь расклад именно в нем. Могли зайти нормально на Б, открыться, но вот с опен фрагом не удалось сыграть опять же за дыма.
Так, тут размен гранат на гранату, мист, минус пейнэп, с 5 хп, такую ответку дал, 4 в 2, и на Б фейт побежали, аск открывающий, 90 хп. Давайте посмотрим, играет на АК, и смотрим, чем это закончится, хелпа его уже контрит, спрей, минус есть, Дэнди падает. На пленте есть еще один игрок защиты, это Keep It Real, который с ВП пока что блестяще закрывает первого аска, не давая обойти себя в спину, ну и мист безвыходной ситуации. Ему, конечно, бы здесь попытаться что-то... Ой, но он тут пытается еще что-то сделать. Конечно, по таймингу понял, что дуга, плюс слышал. Ну, 9-3. 9-3. Тут уже выбора у фейт не было. Надо было ломиться, поломились и проиграли. Ой, как дергается фейкин, бедняга. У него что-то с мышкой плохо, наверное. Так. Продолжаем наблюдать за этим увлекательным матчем. В кавычках, разумеется. Не то, что тут кто-то плохо играет или что-то такое. Но, если честно, смотреть на самом-то деле скучно. Ну, вот такой, знаете, после Стар-серии мне вообще вот смотреть все матчи скучно. После Стар-серии турнира в Праге, как бы, вот Nordcon я, к сожалению, пропустил. Хотел посмотреть на поляков. Но поляки это минимум топ-3 на следующий год. Так, ну что, здесь, как видим, те же самые позиции от команды Тини. Сур, он просил его так называть, в паре с Дэнди. Вдвоем играют один контрит подсадку, второй контрит, естественно, сам выход на ковры. И закончится это дело пока что не ясно чем. Ну, сейчас увидим, как видим, готовы открыть ковры. Игроки нападения, попадают они в перекрестный огонь, дают минус один, минус от варгода, без шансов просто. Хелп забревают, проход ковры, по сути-то дело осуществлен. Аск, дымнышка, и убьет, не убьет, да, убивает мид нормально. Нормально, закрыли пейна, по все, можно дальше действовать. Только один момент, здесь остался фейкин на тюрьме, и его никто даже не думал посмотреть. И как видим, минус ковры, это инфа по фейкину. И контра с больших песков должна быть. Хотя, по-моему, не видели просто его из-за молотова, который там был. Да, он спокойно прыгает в ковры. Ой, пески, минус по варгоду дает. Какая оплошность. И минус 3 от фейкина запирает атаку. Открылись на 3 в 2. Какой провал от фейт. Не чекнуть тюрьму. Ну, это просто давай, до свидания. Ребята хотели в Стар-серию, понимаете? К чему я веду? В начале сезона. Но это было только начало сезона. Эх, ну еще два раунда для Тини, и они сыграют в дефолт. Это будет более-менее нормально, более-менее ярко. И, может быть, во второй половине покажут что-то интересное в атаке. Вот пока опять аск под Б, опять АВП от Keep It Real, он мажет. Не, он ушел просто, отфлешился, думал под тайминг поймать, но Б уже открыто аском. И давайте смотреть, что будет делать аск. Пока выходит, отдается поздняя флешка с дуги, и выход, наверное, будут как-то свой закреплять. Там нет, мист остался стоять, просто упор прогренил, чтобы к нему никто не вышел. И продолжают выхалживать фейт под А. Вот один раз это привело, опять же, за счет ошибки команды Тини к плотному такому раунду, где закрыли практически всех и вся. Но сейчас, как видим, защита, ну, не играет агрессивно на средней стадии раунда. Пейн минус Б забирает еще и места вдобавок ко всему. Фейт открывается на двадцатка. Тут, как видим, очень глубокая защита. Вот Дэнди в арке. И тут просто спокойный минус. Дождался он здесь варгода. В пленте Сюр дожидается выхода двадцатки. Ну, а Роги с Медведем пытаются пройти на Б. Опять же, против Кипетриала они там стоят. Он играет с ВП, и я думаю... А, так тут в него даже бросить нечего. Тут сейчас просто встанут опять на дуге, будут колбаситься. А нет, нет, на хелпе налажал пейнап, его забрали. И сейчас будут Кипетрила с двух сторон давить. Но вот с одной стороны не получилось, минус один. Но вот линейно как-то сыграли здесь фейт. Могли лучше, 23 секунды до конца раунда, друзья. Интересная флешка, как раз на упор. Вот, чтобы застать врасплох, видимо, нормально. Башка пошла от Медведева, первый минус. Но в ответку залетает от Факина, и это 9-5. Минус деньги должны быть сейчас у атаки. А хотя не, у атаки все хорошо по баблу. Там 8-3, 6-1, 5-5. Ну, на последний раунд, по-моему, более чем достаточно. Чтобы сыграть нормально, у защиты тоже все хорошо по деньгам. И посмотрим. Посмотрим, чем это дело продолжится. Так, прекращена работа программы CSGO.exe, друзья, извиняюсь. Я ничего не могу поделать, просто, к сожалению великому, вот мы 10 минут смотрим матч, и потом нас снова выбрасывает, потому что на серверах TeamKill стоит гребаный ЯК, который на самом деле не античит, если честно, на мой взгляд, это просто хрень, которая делает скриншоты в рандомные моменты. Можно было бы придумать и Valve что-то вроде этого. Ну, а я пытаюсь зайти снова на сервер, и надеюсь, что меня туда пустит. Bad password. Опачки, опачки, опачки. Ну, мы сейчас быстренько парольчик пропишем. Ну, даже вот так вот. И снова туда законнектимся. Должно быть вроде более-менее нормально все. Да, вроде бы все нормально. Ну и я вижу, нас собралось уже. Ой, снова у нас 500 человек, супер. Аматорка покоряет просто.
Верх успеха. Вот можно зайти сейчас за Медведева и раздать ему по голове. Ладно, давайте смотреть. Як, конечно, заставляет CSGO крашиться, но это не беда. Беда в том, что ничего с этим нельзя поделать. И нет решения проблемы. Кстати, конфиг тоже сбрасывается, поэтому я прицел даже менять не хочу. Эх, жесть, жесть. Ну а здесь 9-5, и, как я понимаю, опять попытались сыграть линейно фейт. Вот 9 раундов получалось у них, они играли быстро. Потом попробовали разыграть в стиле похалдим, подав втроем, два разыграют дугу, но ничего не получилось. Сейчас снова выходит два дуга, там трое готовы принимать. Keep it real, не берет на реакцию первого. Мисс дает размен. Ну второго ты добей, да добей ты его уж, боже ж ты мой. 9-6, в дефолт играют парни. Неплохо, неплохо. Ну и смена сторон, естественно, между командами, и вторая половина. Продолжение, наверное, будет такое, веселое. Итак, ну что, посмотрим, что-то первая половина. 24 очка у Дэнди, 10 на 12. Но опять в отрицательной статистике плавают Тини, и у Фейт вроде бы все более-менее ровно. Пока что. 14 на 7, вот Аск, Варгот. Ну, молодцы, молодцы. Посмотрим, что за защиту предложат парни из Украины. Бывшие сусеры, так сказать, как их вот назвали уже. И, как видим, ну вот интересно. Тут атака у Тини вырисовывается, очень быстро они играют ковры. Но тут на чек берешь. Знаете, раунд очень на ВП похожий просто. Вот у Virtus.pro на Inferno то же самое по позициям практически, что сейчас и Fate пока показали. Единственное, что вот обычно на коврах тусуются Доси. Ну да, вот именно в такой позиции Варгот будет сейчас пытаться принимать, как видим, вот тех вот двух кадров, которые там присутствуют. Ну, Тини закрепились, в принципе, в апартаментах, и надо пытаться открываться двадцатку. Оп, Варгот, оп, вот это вот P250. Безумная каска Фейкина. Ну, это минус для атаки. При том, что под Б они машины никакой не сделали, лег декой, как видим, на 15. Идет проход от Варгода, его подлавливают, но он в ответку дает пачку, убивает бомбу. Да это про... это CSGO. Это CSGO. Как так? Стоять, смотреть, ждать и сыграть невнимательно. Максимально невнимательно. Ну вот после дыма Варгот будет прятаться, конечно же, здесь, как видим, атака заходит, занимает пески. Дэнди между делом забирает роги, проходя на аплейн. Ситуация 3 в 2, и у Фейт сейчас могут начаться проблемы. Не, ну просто сейчас, если пистолетку проигрывают, это ничья, и Тини могут, просто разыграв с инициативой, забрать эту карту себе. И это, по-моему, произойдет. Ну, вот забор, набор карты не знаю, но в плане того, что инициатива затянет, теперь это, по-моему, очевидно, и они будут контрить эко-раунды от Fate. Если, конечно, на эко сейчас какой-либо лажи не произойдет, то, возможно, мы увидим камбэк. Но счет 9-9 должен быть как минимум. Смотрим, 2-3, так, две флешки у дефенса есть, разыгрывает 3-2 по позициям. И... так, ну вот серия флеш от атаки также на медле, как видим, была в начале раунда, но Б оставили на одну флеш. Тамаск на флешке, мисс на чеке, то есть если пойдут Б, то это, конечно, будет халява, но вот тут вот сюда влетит флешка, по сути, либо сюда, и туга будет слепая. Ну, атака в этот момент не парится и готова выйти на аплен, там Медведев вместе с Роги пасут все это дело, я думаю, подсадку прочекают, нычку тоже. 55 ее вот называл недавно Кирилл Карасев. Смотрел за праком ВП. Ну и как видим, тут нормально нарешал, но в спину не убил. Красавчик, конечно, если глаза не в разные стороны смотрят. Варгоду здесь тоже поджопники дают такие жесткие. Опс. Ну вот Фейкер напинал, как видим, по спине. Ну и мист. Товарищ Дигл. Товарищ Дигл. Вот сидел с Диглом, сидел, пересидел. Будет сейчас пытаться играть на сбор какой-либо халявы. Ну, как видим, здесь не победила у него реакция. Не ожидал он в библии оппонента. 9-8, еще один эко нужен дефенсу. И дефенс его сделает, по-моему. Так, если не ошибаюсь, кто-то уже покупает по 250, это плохо. Это плохо. Ну вот смотрите, две гранаты есть, один дым, три флешки. Четыре флешки. И разыгрывают 3-2, 3-Б, но атака снова действует медленно. Хотя на дугу влетает Пейна по Keep It Real. Там сейчас у Пейна будет... важный момент, и демки и мувики должны были начаться в его исполнении, но пока... ну нет, вот первый минус он сделал, нормально, красного оставляет одного, Факин вместе с ним в паре сыграл неплохо, правда Медведева ни капли не смущает присутствие девайсов у соперника, он реализует свой пистолет, конечно, тоже в размен, разыгрывая, разумеется, эту схему, но это уже абсолютно не важно, потому что мы подходим к самому интересному, начинке, 19-й раунд, счет 9-9. Вот если сейчас Тини переломят фейтов, да, то это снова минус экономика, снова эко. И потом так еще раз, еще раз, еще раз, тогда может быть получится что-то. Ну, до 1-1 доведут, и то хорошо.
Как бы, ладно, давайте смотреть, что сделает защита. АВП, как я понимаю, ни у кого нету. И... Или есть. Нет, 4 кольта, 5 кольтов, наверное, вот может быть у Медведева. Медведев, кстати, один, кто с дефьюзом. Ну, как раунды были результативными, но, опять же, отдача и покупка была такая же. И ожидать тут, конечно, плотного бая не стоит. Варгот, контроль ковров, снова под дым. А-ля Доси. Вот Доси, например, любит вот бросить вот дым чуть-чуть подальше, не прямо в упор, да? Вот где-то вот у него вот здесь вот где-то дым ложится. Ну, так же, как тут у Варгода, только вот контра, она вот отсюда примерно идет. И Доси просто сидит и ждет. Вчера, например, минус 3 делал. Просто из дыма, когда выходишь, очень-очень сложно что-то предпринять. Численное преимущество. У Тини за счет минуса на коврах, атака главка плюс ковры. И посмотрим на Дэнди, удастся ли ему открыться. Нет, тормозят его молотовым на поздний. Поздним достаточно молотовым. И, как видим, атака, посмотрите, проходит на ТРС. Паск этого дела не видел. Пришел на хелп, готов контрить. Здесь пустая пустой бэплент. Один Дэнди тут просто на себя отвлекает внимание всех и вся. И получает прострелом, и то не погибает. Даже не получает прострелом, просто пошалил, увиделся. А здесь уже на бэпленте вообще бесплатно Тини туда зашли. И не ощущает своих соперников. О боже мой, о боже мой. Фейт просто были обмануты 25 раз. Бомба ставится на Б, сейчас такие... А это Б? А как они туда прошли? А почему они туда прошли? А почему я из библиотеки выходил и не слышал топота нарез 3 человек атаки? Как? Как? Ну все, это сейф девайсов здесь. Если сейф не сделать, как бы фейт отвалятся на нексте. И... Знаете, просто если здесь не сделать сейф, то начинается как бы сосалка настоящая. Остался, как видим, маск. Постоит, подождет в своей смерти, конечно же. Зачем бежать сейвить девайс? Но самое главное, я не понимаю, почему чувак с библиотеки, вместо того, чтобы встать 15, побежал контролить ковры, когда ковры уже смотрелись. Смотрелась двадцатка, и все было там более-менее очевидно. Почему он просто не остался, не подождал? Ну и Тини все-таки переломили на себя, перетянули на себя эту часть одеяла. И готовы продолжать издеваться над командой Фейт. Наверное, вот такими вот луз-моментами. Не, ну то, что халява, это да. С какого по какое? С какого по какое? Второй сезон StarLadder. С какого по какое не скажу. Скажу, что стартует в феврале 10 либо 8 февраля и продлится 2,5 месяца следующий сезон. И все 4 сезона следующего года будут идти 2 месяца минимум, ребят. Потому что к ним нужно готовиться. Такой сезон, который был вот у нас здесь последний, это, по-моему, полный трэш. Но мы встали в то, что нам нужно было его провести по плану, мы это сделали. Но не сделали так, как, например, этого хотел я. Просто времени месяц, не было ни контента, ни хрена. Ну что, Роги последний с девайсом остался на Б, дали минус 2. Сумели, умеете магиоте. Умеют могут фейки. Фейты. Ну и Keep It Real, звездный час сейчас должен ловить. Да, слышит он дугу и должен закрывать здесь Роги. Ну, Роги там красный остался после этой перестрелки, но еще умудрился дать хедшот. Вообще по жести. Ну и 1 в 2 пойдет, наверное, на таран, хотя это невыгодно для него. Но с другой стороны, если посмотреть, у него... Ну да, там будут деньги, там будет бай на next, в любом случае у Фейт. И там станет ясно, понятно, что же будет происходить. Ого, можно даже вот так вот делать. Так, по-моему, даже поприкольнее выглядит, да? Ну что, Роги все-таки спрятался, как видим, от своих соперников у холодильника на кухне. Какой красавец. Слэм, классно прочитал. Да я прочитал, как написали, как бы, что ты хотел. Так что тренируйтесь, друзья, до февраля у вас целый месяц, весь январь вы можете тренироваться, готовиться, как бы, да. В январе я буду комментировать CSGO, все крупные турниры, также если будет что-то по промоду, тоже зацепим, попробуем зацепить. Вот промод бы, конечно, на StarLadder хотелось, но он сырой, очень сырой пока что для StarLadder. Так, ну что, Ask минус Pain Up, размен от Keep It Real на дуге, дымление, естественно, и закрытый деф сейчас будет от Ask. Ну вот он хорошо сейчас вот попал с прыгой в кипа, но не закрепился. Не закрепился немножко. 4 в 4. Ну что, давайте смотреть. Опять вот мега веселый раунд от команды Тини. Все на втором медле. Сур попытается сейчас выйти двадцатку. Пошла флэш. Не-не-не-не-не. Не зашла флэш, но, в принципе, он реализовал.
то, что хотел, отвлекающий маневр сделали. Но тема в том, что игроки защиты видели на миде, как бы весь этот проброс, и не увидели последующего выхода терроров на плент. Естественно, они знают здесь, что атака пойдет Б, скорее всего. Ну и эта ситуация для них читабельна. Ложится дым, при том, что дым не самый приятный для защиты. Но они под флеш дальше продолжают проходить, отдымляют хелп. И первым у нас в меня, как видим, в стеке заходил Keep It Real. Но вот стек заходит, и нужен еще один минус просто срочно. Ну да, два красных остаются у нападения. Как видим, аккуратно Медведев разыгрывает с хелпы с аппендикса. И 3 в 2, 3 в 2, Сур красный. И посмотрим на Дэнди, он в этом раунде должен попытаться себя проявить на все 100%, но уже поздно, Медведев минус. Ну и Дэнди последний кайфель. Ну вот тут, как видим, без шансов показательную расправу с ним устроили. 11-10, раунд в пользу Фейт разыгран на ура, и раунд в защите все-таки был взят, но... Тине просто не надо было действовать линейно, надо было попытаться выйти мид, разменяться, а уж после этого как бы там что-то пытаться ловить на Б. Может, они просто испугались, то, что 4 в 4 стоят, может, они подумали, что там уже все стянулись на А, но предзнаменовений к этому как бы никаких не было. Вообще никаких, Медведев. Хае ковры. Нормальная хае, просто Сур взял и съел ее, даже без шансов. Еще одна хае ковры, ну и Сур будет сейчас пытаться открываться, в люльку уже залез. Тиммейт Сура, и вдвоем они занимают апартаменты. Смотрим на Варгода. Ну вот Варгод очень, так знаете, продуктивно вышел, пострелялся, попасть попал, но оставил Суру 25, Сур ему оставил также. Интересно пропрыгал, если честно. Не знал, что здесь можно запрыгнуть. Надо будет проверить обязательно в паузе. Может, там и сидеть можно, просто сидишь, дым под себя дал, а тебе хорошо. Ну что, это сплит-атака вырисовывается у Тини, по-моему, отступать они уже не хотят, пытаются зайти на двадцатку. На самом деле, вот на 20, если вспомнить все матчи, которые мы смотрели на Инферно, никто так не делает, но вот эти парни решили сделать именно так. Пока очень-очень плотно разыгрываются ковры, двадцатка. Ну вот ковры могли отрезать, но защита приняла 20 и получил роги. Колобах-балабах, но он не понял, откуда это залетело. Фейкин последний. С бомбой на руках не питает, наверное, он иллюзий по поводу выхода оплента. Будет просто ждать удобного момента, чтобы все-таки вылезти на него. Отойти шансы есть. Ну вот увидел голову, но его заметили по руке. И, естественно, перекрестным огнем с больших песков удалось быстро с ним расправиться. 11-11. Пока ничья, но вот... Пока ничья на этой карте. На счет 1-0 по картам. 16-10 Мираж досталось команде Fate. И расклад в том, что... Тини, по-моему, могут отправиться сейчас в следующий сезон аматорской серии. Да нет, открою вам тайну, мы сейчас пока еще точно не знаем, как будет формироваться про-серия в дивизионе, как будет формироваться семи-про-серия, но мы постараемся сделать так, чтобы 60 команд хотя бы ушло как-то в семи-про. Но семи-про-серия, она будет очень большая. Про-серия, наверное, будет состоять из 8 команд, либо может быть, из... 12 как стар, просто в про-серии реально тоже будут хорошие призовые разыгрываться. Как бы в старе супер хорошие, на следующий сезон будут призовые, а в про-серии очень хорошие. В семишке, конечно, тоже, и в аматорке. Также за первое место будет, наверное, $1000, может быть, 2. Я думаю, что 2, наверное, сделают. Ну, увидим. Увидим, что будет. Так, ну что, Медведев в центр, Варгот, второй мид и... Дэнди, Сур, Фейкин, Keep It Real. Ну, вот они всем звеном сейчас зайдут, по-моему, на Б-плент. Но Варгот уже, по-моему... А, все, Варгот зачекал яму, зачекал то, что один закрывает, остальные, скорее всего, дуга. И здесь уже три игрока защиты на Б-пленте. И переключаемся на точку, смотрим, как Пейна пытается разыграть Б-плент на опен-фраг. Пока у него это особо хорошо не выходит. Но, по-моему, тут защита должна крыть. Да, Аску удалось разыграть более чем, по-моему. Еще один хедшот от Миста. Мист просто задавил здесь всех. Ну, принял. Принял на славу, так сказать, по-царски. Тут в дым роги от шока пытается стрелять. Чувак на кафеле, надо запирать. 3 в 2. Вот нельзя кафелю здесь было давать сейчас играть. И позволили все-таки Суру разыграть в свою пользу. 2 в 2. На самом деле не так уж все плохо. Сур может потащить, но на перестрелке с Варгодом... Ну, к перестрелке с Варгодом он был не готов. 12-11. И Фейт вновь впереди. Уху, роги там сейчас радуются, наверное. Но в полуфинале команда Sensation. В полуфинале... Который мы с вами посмотрим после этого матча, как я понимаю. Но Sensation это жесть. Это жесть, как она есть. Такс. Роги. Ну, тут просто прием медла, как видим, с пистолетами действует. Ну, без проблем. Очередной плановый раунд
команды Fate против Экотини. Ну, это будет 13-11 по папкам, что там было. О, там на самом деле был залет по баблу. Ну, то есть там два могли купить, три могли купить. Три чувака могли купить в том раунде, но почему-то не сделали этого. Ну, вот сейчас-то все точно могут сделать бай. Ну, и сейчас все-таки увидим, кто же станет героем дня без галстука. Россия, русские в вас верят. Вот пишут в чатике Бюрарена ТВ, в чате на Твиче, наверное, тоже какой-то кроволол. Дикий. Так, Укр натянет, кто-то говорит, болею за Тинино, выиграет Украина. Ну да, проснулись, но все ок за свои команды. Так, ну вот Фейт уже выигрывали турнир 1000 евро, они взяли ТТ. Норм, пацаны, мы часто выигрываем. Ну там уже пошло какое-то жесткое общение в чате на Twitch TV непонятное. Но мы продолжаем смотреть этот великолепный, невероятный, суперзрелищный стыковой матч в рамках SL TV AM Series. И, как видим, команда Тини решила снова сыграть на против четверых. Вот сейчас 4 в 5. Ну, если здесь сейчас принять не смогут ребята из Fate, то сало им бабушке вечером не даст. Как бы плохо играли. Скажут, плохо играли, сало не получите. Отправят и газ воровать, если не возьмут. Так, ну вот Варгот здесь слегка удивился своему оппоненту на коврах. В итоге размен в пользу Тини буквально в считанные секунды. Но Мист, вот тот парень, который любит переломить ход встречи и задать жару. Минус 2 дал, пытается дать третий фраг. 2 в 2 ситуация. Эск стягивается. Уже сигарет. И сейчас, по-моему, Фейт будут... Нет, вот надо было Мисту, конечно, оставаться, запирать медал. Смотрите, терроры убегают. Ой-ой-ой, они пошли на второй медал. Дали флеш. Это фейк флеш. И сейчас, скорее всего, Аск может дернуться, но он останется и будет ждать ковров здесь. Да-да-да-да-да. Фейты читают сейчас Тинни, их поведение. Ну, просто полностью читаем. Эск, конечно, здесь ждет выпада жесткого. Ну, вот заметят его, нет. Ой-ой-ой-ой-ой, какая голова! Ну это давай до свидания! Ты кто такой? Давай до свидания! Хае не помогла, 8 кп, уходит первый, второй в коврах, безвыходная ситуация для места, его еще сейчас забросают каким-нибудь говном, да, там уже флешки подготовили. Еще флешка, чувак белый в молоке просто, все в сметане, глаза залепило, что делать? Что делать? Двадцатка его, конечно, там уверенно ждет. Оу, рисковый момент. Флешка под себя. На самом деле, косяк был весь в том, что вот не убил чувак под тачкой. Ну, не знаю, там надо было убивать более чем в такой ситуации, такую позицию. На такой позиции можно было разыграть. А там они даже не думали, что он там может находиться. Они думали, что они развелись, тянули типов на Б, потому что Мист убежал, не выходил на контакт. Эск тоже не вырезал, чекал сигарету, ушли под фейк флеш с мида, пошли на ковры, думали, сыграем по-умному. Не, сыграли вообще молодцы, красавчики, конечно. Они раунд взяли, но опять-таки, если бы... Ну, вот, вот взяли раунд, и зачем? Чтобы проиграть Аркадия по медлу. Красавцы. Медведев минус Кипетрюил. Исур остается последний. Вместе с бомбой. Все они такой, посмотрите, шпион, шпингалет. А знает, где он находится, еще и простреливает. 12-14. Не, все, Тини, по-моему, могут попрощаться со своим заветным, желаемым слотом в стар-серии. Ой, не попадут они в старт. Ой, чувствую я. Хотя, знаете, мне вот тут подсказывают, что команда Sensation вполне может взять и разобраться с фейтами. Ну, просто изи. Хоп, разобраться. Так. Молочаги. Украина. Кто-то пишет. Так, ну все, тут что, 15 взятие 15 раунда осложнилось только одним хэдшотом со стороны Тини. Но я думаю, Мист здесь должен закрывать, да, это вот его конек. Убивать всех, кто здесь есть. Знаете, операции Терминатор от места. И операция Терминатор. Ну, Медведев захалявил, конечно, последнего себе забрал, но Мист мог развлечься. Опять мрачный звук. Это 15-12 в пользу команды Fate. Самая интересная игра, которую я посмотрел за последние две недели. Так. В Ярославле он живет. В городе, где вокзал классный. Да нет, живу я в городе Киева. Город Киев, Украина. Республика Украина. Шучу. Не, ну... Живу я в Киеве, сам с Ярославля. Я это имел в виду, так что такие дела. Так, ну в чате здесь такие вещи обсуждают, что смешно. Ну, а тут пока что минус от Вардога. От Варгода, док. Вардог. Военный пес. Не, нормально, Варгод. Вот военный бог или бог войны. Военачальник, начальник войны. Сразу вспоминаю фильм «Оружейный барон». Ну, я не знаю, как это комментить. Тут, по-моему, происходит, но вы сами видите, что. Как бы, ну вот это вот, что было такое? Аск залез на тачку. А, я
Я Чингисхан, я Тарзан, я залез на москвич, на банане, который стоит и хотел убить кого-то, но никого не убил, и меня разобрали как полное пушечное мясо, потому что, как бы, ну, в меня смотрело 3D-вайс, а я на москвиче танцевал лезгинку. Ну, смотрим на места. Места надо вырубать, но мист еще просто так не сдается, как всегда. И традиционный минус от места в этом раунде присутствует. У него там статистика, наверное, дай боже, 25 на 20. Ну, не дай боже, но очков больше всех. И 3 MVP есть на дефузил. Опа, Роги сыграл под тиммейта. Вот сейчас, ой-ой-ой, Сур ошибку сделал. Вот надо было занимать церковь, чтобы отрезать хелпу. Но почему-то об этом подумали в последний момент. Б3 флэш. От флешли Б3, отлично, Роги, церковь. Ну, 2 в 1 стоит его тиммейт, и теперь уже будет не сыграть просто Роги в такой ситуации. Он, конечно, стоит, ждет здесь выхода какого-то. Может быть, кто-то себя покажет, но я думаю, вряд ли. Я же говорю, Игорь, там дарт будет настреливать. Да дарт он вообще, вот про дарт не говорите. Дарт в сенсейшене, он просто чудо. Я играл с этим чуваком один раз. Договорились просто, нас было четверо, договорились играть праг. С поляками, там не праг, просто сыграть нюк, вот как только CSGO вышел. Позвали дарт, и дарт бегал, поляков не ощущал, как бы. А мы там бегали, у нас там 3 на 10, 4 на 10. А дарт там, а дай мне его, дай мне Нео! Пиу-пиу-пиу! Ну и нормально он там заводил, зажигал. Так что чувак, наверное, сейчас будет только рад здесь надрать попки фейтом. Ну посмотрим, хватит ли у него маны, и хватит ли силенок на это. Но уровень у него высок. Однако. Так, ну что, Тини вновь будут играть свой медленный раунд у них, как я понимаю. Ну да, 2Б, 3А, то есть ничего особенного здесь нет. Такой, знаете, супер русский КС начинается. Ну вот Аску удается сделать первый фраг. И забирает он Keep It Real, а ковры хейлятся. Варго отменяет, естественно, позицию. Надо дать одымление, чтобы никто не зашел. Вот дымок бы еще надо было дать на то, что ты там сидишь в упоре специально, а не под выход. Тогда был бы вообще анал-карнавал. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну вот звездный час Роги. Не получилось. Не получилось у Роги здесь сыграть как Нео, к сожалению. Тут какой-то непонятный Молотов от Медведева. Ну и насрать, что чувак в арку пробежал. Да не, ну его забрали здесь, посмотрите, 2 с 20-ки шпионы идут. Что за диверсия просто от команды Тини, я не понимаю. Как они до этого додумались? Варгот минус 1. И смотрим на Дэнди, болеем за Дэнди. Гоу-гоу. Кидай ульту, ой-ой-ой, релап тут выходит, мисс убирает, 16-13. Yes, of course, 2-0, спасибо, пацаны, я отмазался от этого матча, мы идем смотреть полуфинал, вот он будет интересный. У-ху!